Никаких продакшн. Нихуя себе. Начнем? Давай. Так, наверное, на ютубе посмотрел. Уроки! Самая крутая клавиша здесь. Самая крутая клавиша, блядь. Вот здесь. Вот самая крутая клавиша. Теперь все черные. Я взбесился, он не любит музыку. Нашу, да. Что сегодня на обед? Пойдем! Бля, у меня ожог в камеру не влезает.
Пизда новым шортом. Угарно, что простановочное кольцо сделано для того, чтобы облегчать заправку. Но пока я его устанавливал, я усложнил себе заправку, испачкав новые шорты. И теперь так домой поеду. Проверяем молотов на баб. Шорты жалко, три раза одел. Мне специально повыше, чтобы тебе место оставить снизу. Блядь. Да не, я скромный пацан. Я сейчас вот эти хуйни растягиваю. Thank you.
Я слышал, что у тех, кто маленький хуй, любят толстые эти самые перья. Ты знаешь, как типа на больших машинах катаются только те хуи, у которых маленький член. А тех, у кого болт больше 25, тегают за маской. Сейчас, погоди, внимание, кадр. Ну, все понятно теперь, да, у кого что. Ну, каким бы предрассудком, блядь, не поддавался Пашок, с этого маркера, конечно, можно уебать так уебать. Мне кажется, можно просто, да, потегать и сразу контурить вот с этой замазки его, и будет кусок. Единственное, конечно, что подходящие споты искать тяжело. Пойдем обратно, здесь же выйдем. Главные минусы, наверное, этого маркера — это найти подходящее место для тега. Расход краски. Потому что, блядь, каждый этажок — это просто пиздец, наверное, по нашим ценам. И плюс то, что когда ты открываешь маркер, там в половине случаев вылетает перо. Вот, ты закрыл маркер. И когда ты его открываешь, вот, практически всегда оно на полу. А настоящие граффитчики никогда не нагибаются, потому что это признак унижения. Поэтому если один раз открыл и уронил, то надо покупать новый. Да, потому что пацаны не прогибаются, блять. Поэтому когда берете такую марку, видите, тегать, берите с собой запасные перья сразу, чтобы не прогибаться, если вы такой же, как Пашок. Тегайте только за масками и не гнетесь под систему. Надо сразу перьев 10, либо маркер всегда, чтобы открыт был. Все, бля, выход из ситуации.